Молиться Творцу можно в любом чистом месте, на любом языке и в любое время. Однако просить можно не обо всем. Создатель мира установил строгие правила, по которым существует наш мир. Они называются законы природы. Все явления, которые не соответствуют этим правилам, называются чудеса. Разумеется, Всевышний может все. И также иногда делает чудеса, как мы встречаем в Торе, 10 наказаний в Египте, переход через Красное море и многие другие. Однако мы об этом не можем просить. Один из законов природы – это то, что мы не можем передвигаться во времени. Машина времени – это только в фантастиках. В реальной жизни все, что произошло, мы не можем изменить и вернуть. В Мишне Брахот в 9 главе и в 3 Мишне сказано: «Взывающий к Богу о помощи в том, что уже произошло, это напрасная молитва». Мишна приводит два случая, в которых люди обычно ошибаются. Для наглядности и лучшего понимания я изменю один из случаев. Женщина, приближаясь к улице, на которой она живет, слышит сирену скорой помощи, толпа людей вокруг дорожного перехода. Люди между собой говорят, что машина сбила ребенка. Зная, что в это время и по этой дороге ее ребенок возвращается домой, она произносит: «О Боже, только не мой ребенок, только не мой ребенок». Это напрасная и бесполезная молитва, потому что событие уже произошло. Наилучше в данной ситуации помолиться о спасении и благополучии ребенка. Рассмотрим следующий случай. Большинство отцов желают, чтобы у них родился мальчик. После 40-го дня беременности нельзя молиться о том, чтобы родился мальчик, так как зародыш уже образовался. Но до 40-го дня образование зародыша не совершено. Поэтому еще можно молиться, чтобы был сын. На протяжении всей беременности можно молиться о том, чтобы был здоровый ребенок и чтобы у него были хорошие качества характера.